Добро пожаловать на лучший канал про кино «Тип-топ». И в этот раз мы подготовили для вас топ-10 лучших комедий 2022 года, которые уже вышли в хорошем качестве. А если ты хочешь выиграть 5000 рублей, то подпишись на канал, нажми лайк и посоветуй фильм в комментариях. За самый интересный совет я отправлю деньги на банковскую карту. А это победитель из прошлого видео. Может, в этот раз выиграешь именно ты? Жду тебя в комментариях. Без лишних слов нажми лайк и подпишись, ведь это займет всего лишь 5 секунд. А мне будет очень-очень приятно. Приятного просмотра! Фильмы и сериалы помогают отдохнуть и уйти от проблем. Но в реальности от этого мало что меняется. Круто сделать что-то для себя и видеть результат. Например, пойти на бокс или сайклинг, чтобы выпустить эмоции, расслабиться и отпустить все на массаже. Даже сходить сделать новую прическу полезно, чтобы поднять себе настроение. Нашел классное приложение, которое помогает бороться со стрессом. Fitmost – это ключ от всех дверей. В Fitmost есть 1500 мест для занятий, студии йоги, тренажерные залы, салоны красоты, массажи и спа и даже места для творчества. Все работает очень просто. Покупаешь один абонемент в Fitmost и ходишь везде. Что круто, на все студии и активности в приложении есть отзывы. С ними проще выбрать то, что подойдет именно тебе. А еще с единым абонементом выгодно. Экономия каждый месяц получается до 30%. Приятный бонус. Перед тем, как платить, Fitmost можно попробовать. Переходи по QR-коду или по ссылке из описания и получи от 1 до 3 первых занятий абсолютно бесплатно. 10 место. От заката до рассвета. По приказу губернатора полиция устраивает массовые рейды по отлову нелегальных иммигрантов из Латинской Америки и даже сажает в лагеря их детей, родившихся в США. JP уже совершеннолетний, но чтобы выйти на свободу и поручиться за мать, он соглашается участвовать в программе по уходу за пожилыми. В компании таких же жертв обстоятельств парень прибывает в дом престарелых и вскоре замечает, что тут творится нечто странное, а руководство и персонал всеми силами пытаются это скрыть. Все хорошо. Мадам! Кто все они? Обещаю, дадите им то, что они хотят, и превратитесь из обычных людей в нечто более совершенное. Мистер Филлипс, с вами все окей? Мистер Филлипс, не окей. Девятое место. Месть. Радиоведущий из Нью-Йорка пытается раскрыть убийство своей подруги и отправляется на юг, чтобы расследовать обстоятельства ее смерти. Восьмое место. Фантастический Флиткрофт. История гольфиста Морриса Флиткрофта. Провальное выступление игрока на открытом чемпионате Великобритании по гольфу в 1976 году сделало его настоящей легендой. Bonjour. Aim for the stars. What if we lose? At least you can say you tried. You pick these things up at age 6. You can't take them up at 46. Well, who says? He's made your life a misery. He's made my life. Седьмое место. Общество Honor. Талантливая и амбициозная школьница Honor мечтает попасть в Гарвард. Между ней и Лигой Плюща стоит лишь очередь из желающих получить рекомендацию у мистера Калвина. Девушка решает устранить конкурентов и начинает с зубрилы Майкла. Шестое место. Секретная штаб-квартира. Подросток случайно обнаруживает в подполье собственного дома тайное убежище самого могущественного супергероя на планете. Вместе с друзьями ему придется защищать этот штаб от внезапно напавших злодеев. Тот, у кого есть эта технология, может сделать что угодно. Спасем технологии моего отца, пока они не уничтожили мир. Мы справимся. Ты что, защекотить меня собираешься? Эй, чувак, это было долго! Это было слишком долго!
Эй, не стреляйте! Я айтишник, меня предупредили о нарушении! Пятое место. Посмотри в обе стороны. Для Натали обучение в колледже подошло к логическому завершению. Ее дальнейшая жизнь пойдет по двум разным сценариям. Создание семьи или успешной карьеры. Что же она выберет? Ты актриса? А ты? Да. Я подалась на работу. Лисси Галлоуэй. Она мой кумир. Натали. Ты тут работаешь? Милый Блейзер, не носи его, ты не агент по недвижимости. Спасибо. Первый год для всех пытка. Долгие дни и поздние ночи. Прямо как родить ребенка. У меня схватки. Что, прямо сейчас? Ребят, так, народ. Рик? Да. Эй, вы же должны держать меня в курсе. Четвертое место. Я люблю моего отца. Чак, когда-то бросивший своего сына, теперь пытается наладить с ним контакт. После того, как Франклин заблокировал своего отца в соцсетях, Чак выдает себя за официантку по имени Бека в интернете. I pretend kiss you. But you ask for my help, internet kiss your son. That's gross. Do you love him? Yes. Just kiss him already. Третье место. Дневная смена. Долина Сан-Фернандо. С виду Бат Яблонски – обычный чистильщик бассейнов. Но на самом деле он выслеживает и убивает вампиров, а также выдирает у них клыки, чтобы потом повыгоднее продать. Этим и живет. Еще Бат души не чает в 10-летней девочке. Поэтому, когда он узнает, что из-за нехватки денег бывшая жена собирается продать дом и увезти девочку к маме во Флориду, то решает быстро раздобыть необходимую сумму. А для этого Баду нужно срочно вернуться в профсоюз истребителей вампиров, из которого его выперли за многочисленные нарушения кодекса. Все изменилось с тех пор, как тебя выгнали из союза. Если не найду десятку, жена с дочерью переедут во Флориду. Привет, пап! Опоздал. Опять. А такие деньги мне может дать только союз. В твоем досье туча инцидентов. Перед тобой новый Бат. Последний шанс. Последнее предупреждение. Поконим. О, нет! Бат, помоги! Меня пытались убить вампиры, а теперь я обоссал свой любимый костюм. Эй, слушай, все ссались в первый раз. Реально? Да, да. Ты тоже? Нет, я не ссался, но вот ты, слушай, ты обоссался. Второе место. Время для себя. Сонни и Майя – счастливая пара с двумя детьми. Она работает в архитектурном агентстве. Он следит за хозяйством и воспитывает сына с дочерью. Когда друг юности Хак зовет Сонни на уикенд в честь дня рождения, в размеренной жизни мужчины начинаются приключения. Все папаши мечтают о выходных без семьи. Время для себя. Да! Как первый день свободы? Круто, гольф с моими стариками. Барбекю в секретной кафешке. Брат, ты как? Пойдет. Ежек, это к Гекку. Сони, малыш! Сднюхай! Спасибо, брат. Круто выглядишь, опа! Эй, поздоровайтесь с моим старым другом! Полотенце не надо? Не, обойду. Первое место. Тор. Любовь и гром. Джейн Фостер берет на себя обязанности бога-громовержца и становится обладательницей молота Мёльнира. Моя бывшая подружка. Когда это было? 3-4 года назад? 8 лет и 7 месяцев, и 6 дней плюс-минус. У нас тут что, чувства? Ага, точно. Единственные, о ком заботятся боги, это они сами. Так что вот моя клятва. Все боги умрут. А какой из фильмов добавил бы ты в этот список? Напиши название или даже сразу несколько названий фильмов 2022 года, которые уже вышли. Если твой фильм мне понравится, то я отправлю тебе 5000 рублей на банковскую карту. И не забывай про FitMoss, ссылка на них находится под видео. Пожалуйста, поставь лайк, подпишись на канал и нажми колокольчик, ведь я очень старался. Смотрите только хорошие фильмы, а я посмотрю плохие.